техника тантра чистой души, либо праведный путь. Что значит праведный путь? Это правь, это центр, есть явь, есть навь, а есть правь, объединяющая золотая середина. Как соединить симпатическую, парасимпатическую нервную систему техниками семейными? В эту технику вошли практики индийской тантры, даосской тантры, практики тибетской и славянская техника искусства семейных покоев. И есть такое направление, как сегодня неправильное управление энергиями, а особенно более высоковибрационными энергиями, это сексуальными и духовными энергиями. Вот все есть энергия, но разных вибраций. И то, что мы называем ци, прана, мана, эфир, это волновая энергия, волна. Волна, наложенная на ось, это спираль. Спиральная энергия у нас выражается как сексуальная. А когда спиральная энергия достигает пика своей вибрации, это радиация, это духовная энергия. И вот задача, как перевести одну из другой, себя одухотворяя, не размазываясь по низкой энергии, в ощущение. Вот термин удовольствие, что он с собой скрывает? Раньше половые органы – это слово «уда». Дать волю уду – это удовольствие. И к духовности оно вообще не относится. А сегодня большинство школ вращаются только на этом уровне. Дальше более высоковибрационное – как перевести это в состояние души, духовного экстаза и благодати, духовной благодати, поднимать вибрации. И вот энергия, обычно сексуальную энергию сравнивают с змеей либо с драконом. Змея – это энергия, падающая вниз. А кто такой дракон? Это змея с крыльями. Это как эту энергию поднять вверх. И не цепляясь за первичные ощущения, за вторичные ощущения, так мы проходим стадии огонь, безудержность, вода, медные трубы – это когда наше сознание двух душ начинает объединяться, и мы уже чувствуем ощущение своего тела, ощущение своего партнера, потом души перемешиваются, одно состояние любви, а потом сознание перемешивается. Мы начинаем настолько смешиваться, как у нас внутренний диалог, как одна телепатия. И вот перемешаться, войти в резонанс тело, душа и дух, а не только тело, и не только сознанием, а на всех трех уровнях. Как войти в резонанс, как из двух душ сделать родственные?